Апостол Павел говорит, братья, когда же явится Христос, жизнь наша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Но и так, чтобы явиться во славе со Христом вместе, что нужно? Умертвите земные члены ваши. Это блуд, нечистота, страсть, злая похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Мы часто что-то случится. О, Господи, за что меня наказываешь? С ближними что-то. О, Господи, за что это? Сразу ищем, за что? Как будто бы и не за что совсем. Жили как ангелы, вели воздержанную жизнь во всем. И вдруг, за что? Это всегда возникает. Первое, за что? А вопрос должен быть другой. Господи, почему ты так долго терпел меня? За который гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Но мы сегодня живем между сынами противления. Но если жить поистине, как христианин, то и в этом мире прелюбодейном можно сохранить и чистоту, и веру, и быть светильником, и быть солью для этого мира. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Значит, мы часто говорим, а у меня сквернословие, вырвались слова нехорошие, ругательные, матерные. А это относится все сюда, сквернословие, в одном, как бы сказать, в пакете все запаковано. И за одно слово будем держать отчет. Ибо нам Господь дал уста, язык, не для того, чтобы мы изливали из него и горькое, и сладкое. Не бывает так. Из одного источника не печет, говорит, горькая и сладкая вода, а что-то одно. Поэтому подумаем, если есть сегодня, отложим. Потому что гнев Божий грядет на нас за это. Отложим. Все. Господи, больше не будет у меня этого. Я заграждаю уста для каждого злого слова. Не говорите лжи друг другу. И за это гнев Божий тоже грядет. Совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется познание по образу создавшего его. То есть мы должны обновляться день ото дня. Все новее и новее быть. Плоть наша ветшает, а дух должен все более обновляться и обновлять все юнее и юнее быть. Где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни обрезания, варваров и парабасов. Вот во все и во всем Христос. Вот такое письмо сегодня нам написал апостол Павел. Запомните это. Гнев Божий грядет за все это на нас. Если мы не совлеклись этих грехов, то не будем задавать этот вопрос, за что, Господи? А скажем только, Господи, как же ты долго терпел на мне это? И внимательно, еще раз, дома прочтите это и возьмите это себе на память и на память, чтобы запомнить это твердо. И то есть, что евангельское сегодня было чтение. Представьте, все готово, на пир зовут, ничего не требует. Отговорки. Я землю купил, надо идти посмотреть. Ну, купил, да что ее смотреть, раз уже купил. Смотреть-то надо, когда еще не покупал, а теперь уже купил. Теперь бесполезно смотреть. Деньги уже заплатил, теперь она твоя. Хорошая или плохая, но твоя.
пар валов надо испытать. Тоже купил уже. А что их пытать? Пытать, когда еще не покупал. А может, хромой какой там, трехногий вол попал. Теперь-то что их испытывать? То есть отговорки-то все такие лживые. А я женился, потому не могу прийти. Но когда бы не женился, еще есть страх. А вдруг да, кто-нибудь ее перехватит еще, засватает, успеет. А теперь уже женился, она твоя жена, уже никто ее не... Чего страшиться-то? Отговорки все лжи. Вот так вот бывает у нас. Почему не был на... То-то, сё-то, вот это, то на дачу поехал, то там что-нибудь дома, то кажется, у меня голова заболела, кажется, что-то в бок кольнуло, кажется. А завтра на самом деле кольнет. Ему сразу, Господи, а за что это меня кольнуло в бок? Поэтому много, говорит, было званых. Господь всех нас зовет сегодня. А избрание, это от нас зависит. Как мы на зов этот откликнемся? Поем или не поем, оставим валов, поле, жену, или будем искать эти отговорки. Аминь.